Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Deep Sky Derelict. Так что поехали. Вот сюда нам нужно с вами пройти, я так понимаю, да? Смотрите, у нас здесь избыток энергии. Но это все ерунда, вот это я понимаю. Здесь, наверное, вражина какой-то находится. Ладно, идем сюда. Ха, гад. Искатель, данные ищешь? Что ж, так долго копаешься. Я великий Чарли Тен, уже их нашел. И ничего ты с этим не поделаешь. Чарли Тен. Отдай по-хорошему, Чарли, иначе будет по-плохому. Да что ты говоришь, вот сейчас будет по-плохому. Только с тобой. Приготовиться к бою. Ребята, зря, наверное, он так сделал, кто у него? Так, я вижу танка. Ох ты. Круто начал, парень, я тебе скажу. Ну что же, давайте будем учить их уму-разуму. 8% к уклонению. Фигня это все. Должны попасть. Оу, нечестный прием прокатывает. Так, и у нас боксер следующий ходит. И значит мы делаем... Так, ловушка. Это у нас дымовая. Дымовая, это все не то. Одиночный выстрел. 9 урона. Блин, маловато как-то. Выбранный враг. Теряет 60 максимум щитов на 2 хода. Ого, а вот это хорошо. Отключение щитов сделали. Ух, круто. Так, вот теперь в этот момент нужно бомбить по-жесткому. Ёкаламане. Это ж круто. Вражеский громила, который даже ничего не сделал. Промах. Ну что, ребята, давайте дальше. Дальше кромсать. 100% урона. Маловато будет, но давай попробуем. Так, минус 13, отлично. 8 хп осталось. И я думаю, что это будет 8 хп, 8 урона. Добиваем, короче, его. На. Так, и остался у нас здесь громозека, я смотрю, да? Так, это у нас танк. Поэтому давайте выстрел навскидку сделаем. Попали. Щитов у него почти уже не осталось, ребята. Так что оглушение еще сейчас повесим. Ха-ха. 14 урона повесили на него. Оглушение плюс. У-у-у. Парень, ну ты уж извини, все. Трассер. На-ка. Весь у нас там в антибафах висит. Ну что же, давайте по-быстренькому его разберем. Так, одиночный удар. 16 здоровья у него осталось. Рык Рахара. Накладывается один из эффектов. Давай посмотрим, что тут за эффект повесится на него. И повесился. Минус 20% к урону. Так, поехали. Что нам сделать-то, я даже не знаю. Давай так попробуем. Все, ему крышка, ребят. А нет, еще 6 здоровья осталось. Ты посмотри-ка, а. Какой живучий гаденыш. Что ж такое сделать-то, тебе даже не знаю. Боевых ударов нету, жаль. Так, давай вот так вот добьем его. На, получи. Ну что же, не захотел отдать данные. Пришлось вот так вот по-плохому, ребята. Чарли и его приятель падают замертво. Разбрызгивая кровью астросферу, медленно катится по полу. Взять астросферу и уйти. Ага, вот и все, ребята. Данные мы забрали. Слушайте, у нас по журналу случайно не это здесь главное задание было? Нет, нам еще нужно найти яйцо зуба червя. Хм. Понятно, хорошо. Так, погнали. Здесь, видимо, нам больше ловить нечего. Тут кто-то у нас поджидает втихушку, да? Давно мертвый. Прими свою судьбу. Ну, хорошо, давай примем свою судьбу, раз ты так настаиваешь. Двойной выстрел для начала. Ух, как шикарно пробили. Так, теперь навскидочку сделаем выстрел. Ну что ты, дергаешься там, не нравится тебе? Рык. Вообще шикарно, ребята. Ох ты, ничего себе прописал. Так, давно мертвый там испугался, бедняга, да? Ну что ж, давай этого добиваем. Только руки отлетели.
Так, одиночный выстрел на десяточку. Даже на 12 попали. Так, поехали. 18 урона с оглушением. И 2 здоровья остается. Естественно, он ничего не сделает нам, потому что он был оглушен. Мы его здесь же и добиваем. Все. Разорвал его к ядрени фени. Сломанное оружие. Короче, естественно, что у зомбарей еще может быть. Ничего. Так, и у нас, ребята, тут совсем мало осталось что-то открыть. Вот здесь мы еще не были с вами. Так, у нас мало энергии. Я думаю, что нам надо слетать, закрепить щиты. Так, заодно продадим какой-нибудь хлам. Так, на 105 кредитов, отлично. Так, пополняем себе щиты. 882 кредита у нас еще осталось. Заданий у нас никаких нету. Жаль. Жира. Стоит они нехило, да, ребята? 4 уровня. Так, у меня все здоровенькие, поэтому лечить не надо. Давайте быстренько обратно туда же отправимся. И там совсем капельку нам осталось. Амонцет, да? Значит, нам нужно еще с вами где-то... А что у нас по журналу в Амонцете? Выберите посадочную полосу. Ну, давай. Здесь практически все просканировали. Вот сюда приземлимся. И посмотрим по журналу. Ты будешь журнал там не открывать. Амонцет. Охота за нотами. Найдите Джолас. Джолас мы уже с вами находили, да? Но она отказалась почему-то идти. Что-то она там ищет. Что у нас тут? Поговорить. А тут Джаймес. Удалось найти Джолас? Да, мне удалось ее найти, но она занимается определенными делами. Да, он начинает жалеть. Скорее покинуть этот мрачный корабль он хочет. Мы ему пообещали также, что мы поможем. И мы постараемся, конечно, это сделать, ребята. Так, я понимаю, вот она, Джолас. Ну что, получилось? Так, ей нужен был, по-моему, компьютер, да, ребята? Нужны были данные. Хорошо, сейчас мы здесь сделаем кое-что. Обыщем и попробуем, может быть, получится у нас взломать его каким-нибудь образом. Так, что здесь? Оу! Так, понятно, кобры, как всегда. Эти, надо быстренько с ними разобраться. Сколько? 8 урона наносим, этого мало. Ну, давай так начнем. Минус 2 инициативы, да? А, 5 на 2 хода. Кислотный плевок делает. Щиты. Давай-ка мы с нее, наверное, снимем, ребята, щиты. Нечего ей делать, отключение. Цинк-вожак. Оу, на 20 прожарил, а. Ого-го. Давай-ка мы проклятие повесим. Кобра ходит. Ну, естественно, у нее осечка. Так, вирус. Давай еще проклятие. Ай-яй-яй. Как вам, да, хреновенько? Не везет. Плохо себя чувствуете, да? Так, ну, а мы начинаем в этот момент бомбахать. Так, выстрел навскидку. 9, да, всего лишь мало. Ловушку с кольями поставим. Так, цинк-вожак. Ты дичь, извини, братишка. Накладывается один из эффектов. Они вообще сейчас ничего просто, ребята, не смогут сделать. Промахивается, естественно. Так, вирус. Давай-ка мы снимем усиление. Нету никого. Вот так попробуем взбучку. Щиты, что ли, вернула себе? По-моему, да, ребята. Потихоньку они возвращаются. Цинк, что там? Страх. Осечка. Ну, это само собой. Так, давай-ка. Мало как-то урона мы наносим. Так, снимем опять щиты. Нефиг ей тут баловать с ними. Цинк очкует. Ну что же, бомбанем так бомбанем. Еще такой ударчик один с критом. И ей хана этой кобре. А там уже этих цинков мы с вами положим в легкую. Ну-ка, вот так вот.
на 9. Так, цинк, потом боксер у меня будет ходить. Уклонение. Вообще very well. Добивать, добивать надо, ребят, нам. Попробуем. Блин, тут 6 вообще. Дымовую я не хочу, ребята, использовать, потому что она, сами прекрасно видели, как действует. И на врага, и на нас. Цинк, вожак, что-то выделывается, делает массовую атаку. Точнее, готовится. Мы делаем типа проклятие. Страх и страх. Они страхуют. Давай, 9 урона. Пум, попали. Так, вожак 51 здоровье имеет. Еще давай на 12. Ох ты, с критом 19 вышло. Готов. Так, ну что, остался только лишь вожак. Так, оглушение на один ход. Давай сделаем, конечно же. Так, пускай подумает. Ну, а мы с вами инициативу к себе прибавим. Она нам пригодится. Так, вирус, что у тебя? Давай вот это вот сделаем. Так, минус 10 и 2, 12. Все, ему хана, ребята. Порвали, как щегла. Ух ты, получили здесь, смотрите-ка. Кусака. Модуль поддержки. Вытянуть карту при выстреле. Ага, тут фигня. И модуль уровня 3. Забираем все. Так, и вот здесь, ребята, я хотел сделать сканирование. Оу. Ага, ну-ка давай сюда прогуляемся. Вражина за мной ползет какой-то, да? Так, забираем все. Ну, здесь нам нет смысла оставаться, значит, пойдемте к модулю. Все-таки поймал, а? Враждебный уборщик. Обнаружена чужеродная материя. Провести чистку лазером. Чистку лазером, ну что ж, хорошо. Ты сам напросился. Я хотел уйти по-хорошему, но вы меня поймали. Поэтому будете сейчас отгребать. Так, сколько? 9. Давай-ка мы, наверное, вот этому вот охламону вон тому снимем щиты. Так, и бомбанем. Но, блин, по-моему, не того, да? Ну и ладно, фиг с ним. Уборщик, что ты делаешь? Разрывающий удар. Вот, значит, как. Еще вакуумный выстрел. Ну, это все, ребят, терпимо. Для нас это мелочи, согласитесь. Ему-то хана в любом случае. Уборщик довыделывался. Так, выстреливаем. 8 дамага. Брони у него уже не осталось. Я думаю, что тут проклятие не нужно делать. Тут просто нужно добивать. 18. 3 здоровья осталось. Он что-то сейчас он очканул. На десятку вжарил, как говорится, на дорожку. И, естественно, ребята, сейчас он... Ёлки-палки, я же хотел... Ну все, взбучка его добьет. Ах ты, ё-моё, он щиты себе восстановил, гаденыш. Давай вот так вот сделаем. Так, уборщик опять страхуется. Ну все, давай тогда, наверное, мы вот это применим. Должны его пробить. Да, ребята, у нас получается, и он готов. Уровень сейчас должны получить, по идее, мы. Да. 5-й уровень, ребята, у нас. Взять все. Доступны очки способностей. Так, давай-ка посмотрим, где наша команда. Сколько у нас очков? 5 очков способностей. Да это же просто шикарно. Короче, на 5-й уровень, ребят, смотрите. Это у нас хан. Способность громилы 5-го уровня. Следующие. 25% вероятность провести контрудар после любой атаки в ближнем бою, направленной против громилы. При контрударе наносится 100% урона оружия. Согласитесь, это вещь. 37%, 50%. 50%, то есть это, грубо говоря, ну, обалденный шанс просто-напросто. Каждый ответный удар контрить. Замечательно. Так, защитная стойка у нас еще есть. Так, смотрим вообще, что у нас тут. К вероятности оглушения на один ход. Это 8%, да? А, провоцирующий удар. Значит, наносит 110% урона оружия на себя провокацию на один ход. Так, хорошо. Укрепление. 20 к сопротивляемости урона. Вот это вот сделаем.
Выносливость. 4 к максимальному здоровью и 1 к броне. Выберите специализацию. Ох ты. Выберите специализацию. А он у меня кто? Боевой стимулятор? Я могу, значит, ему что-то здесь еще и выучить, что ли? Так получается? Выберите специализацию. Ну, если... Слушай, подожди. Немножко не могу понять. Он у меня в данный момент кто? Да никто. Просто наемник, хан, биомеханический. Я еще могу ему выбрать специализацию. Давай, предположим, он у меня будет... Если я выберу эксперт по счетам, что это мне дает? Нет, давай тогда лучше мы возьмем... Черт, я не знаю, кого взять. Интендант, кто такой? Усиление оружия. Экономика припасов. Это 10 вероятности возврата карт оружия. Это нам не нужно. Стратег. Понятие духа, мираж. Так, способность стратега 4 уровня. Следующий. На союзника следующее нацеление разблокировано, и союзник получит невидимость на один ход. Оператор роботов. Всех робослуг на 1%. А у меня нет таких никаких робослуг. Быдлобот. Шипастый летающий бот с 15 единицами здоровья. Быдлобот. Давай так попробуем, я не знаю, быдлобот. Применить. Выбрать специализацию механик. Подожди-ка. Он у меня механик, да? А сейчас-то он кто в данный момент у меня? Махина. Он никто, абсолютно. Хорошо. Давай тогда выберем механика ему. Применить. Окей. Ага, вот, ребята, смотрите, у нас дальше открываются способности. Так, быдлобот. То есть это, я так понимаю, мы сможем с вами делать... Вызывать вот этого робота. Прикольно. Вы не закончили изменение способностей. В плане я не закончил. Ёпрасоте, блин. Быдлобот. Давай. Так. Три. Потом мы... Кинетический генератор. Нанесённого так... В виде энергии. Хорошо, давай вот так вот сделаем. Все, применяем, да? Есть. Так, следующий у нас, ребята, будет боксер. Так, знание анатомии. Против биологических целей. Так. Адреналиновая инъекция. Ну, это фигня какая-то. Выберите специализацию. Так, он у меня будет хирургом. А хирург у нас что там делает? Сопротивление любым эффектам. Получает 20% шанс снять с себя все ослабления. Давайте вот так вот сделаем. Хирург. Массовое очищение. Вот это обязательно нужно. На каждом ходу хирург получает 20% шанса снять с себя все ослабления. Это тоже пригодится. Первая помощь. Когда союзник получает ослабление, санитар получает плюс 2 к инициативе до следующего хода. Или 11% приливу сил. Очищающий буфер. На союзника очищает от всех ослаблений. Цель получает плюс 2 к броне и 2 к ходу. Вот это надо тоже сделать. Массовое очищение. Вот так вот, ребята. Все, я думаю, это будет. И 11% шанс взятия карты после розыгрыша карты медицины. Не надо нам это. А вот это вот, пожалуй, выучим. Все, применяем. И остался у нас вирус. А вирус у нас кто? Он у нас собиратель. Он у нас собиратель. Будет он у нас... Будет пускай интендантом, да, ребята? Применяем. Окей. Так, перевооружение. На себя и союзников дает одну карту. И критический эффект карты. Сбор трофеев 12%, 18%. Так, опытный собиратель 20% к поиску ресурсов. Так, трансформация энергии, это понятно. Переброс энергии.
на себя и союзника дает одну карту в стартовую руку. Не нужно нам вот это вот. Хорошо, тогда делаем вот так. Модификация костюма сделаем. Да, я думаю, что вот так вот будет достаточно. Ну что, ребята, мы всех вроде бы как укрепили, улучшили. Закрываем. Открываем КПК и двигаемся вот сюда, вот к этому компьютеру. Я уже, честно говоря, не помню, что ему нужно. Так, использовать. Вы обнаруживаете исправную консоль. Она ждет. Так, сканирование. Это мы все делали. Значит, нет, ребята. Значит, нам надо что-то другое. Можно вот сюда сходить. Сейчас, подождите секунду, запишемся. Так, сохранить файл. Беспощадные мрази. Перезапишем. Мы сходим сейчас с вами вниз полностью. Вот здесь тогда все проверим. Сделаем сканировку. Что такое? Играя роль таинственной машины. Би-буп-би-буп. Ожидаю фантастического суррогата. Он у вас есть? Да. Да, 50 единиц энергии. Проверяю данные по результатам. В2 анализа. Би-буп-би-буп. А, на самом деле я не издаю дурацких звуков. Я просто пытаюсь порадовать ваш примитивный мозг. Джолос доступ разрешен. Для игры правильный тон. Не нужно большое количество энергии. Готовы ли вы сыграть в нее? Ну давай. Итак, вопросы. Первый вопрос связан с обращениями интервалов. Если обращенная септима это секунда, а общенная квинта это кварта, то во что при обращении превращается секста? Ядрить его. Давай так. Неверно. Начните заново или идите, освежите свое понимание волновой теории. Опупеть. Ладно, вам тут еще загадочки всякие задают, а? Давай сканирование делать. Если бы у меня было бы, ребята, очень много энергии, я бы поиграл бы с ним. Хотя мы можем с вами кое-что глянуть. Предметы у нас какие есть? А никаких. Понятно. Значит, игры на этом закончились. Странно тогда. Значит, нужно... Ладно, давай еще разок попробуем. Пока у нас хватает энергии, использовать. Так, да, готов. Поехали. Да, это я понял. Давай, 50 энергии. Свой первый дурацкий вопрос. Так, мы говорили 4, давай попробуем 3. Точно, второй вопрос связан с модульной последовательностью. Значение V0, S1, D2, E3 и D4. Чему будет равно E, если B1? Чё ты несешь? Так, B0, S1, D2, E3 и D4. А как тут определить, ё-моё? Ну давай 5. Неверно, начните заново. Тут попробуем 4. Верно, так, 3-4. В тональной системе числовая последовательность 2-5-1 приводит к разрешению стандартной фазы. Но как обстоит дело в атональных системах? Фу, да ты... Констант. Так, функция является константной. Попробуем. Верно. Определенная функция не исчезает, несмотря на то, что система позволяет изобретать новые формации. Последовательность завершена. Даю доступ к семиступенной зоне. Доставьте упорядоченный мотив урановая колба к месту вашего происхождения. Перехожу в режим гибернации. Ребят, тут язык, блин, сломаешь. Ну и слова, ядрёна вож. Какой гибернации? Куда? Чего? Кому? Так, попробуем. Может быть, ей надо? Джолос? Или не надо ей? Так, ну-ка, говорим. Ну что, получилось? Да, консоль просила передать вам мотив под названием «Урановая колба».
Превосходно. Кажется, теперь у меня есть все, что мне было нужно. Осталось вернуться домой и как следует изучить эту урановую колбу. Большое вам спасибо за помощь. На этом реликте вас ждет таксист, посланный вашим мужем. Вот его контактная информация. Он доставит вас домой. Спасибо еще раз. Пойду отыщу его. До свидания. Так, ну что, пойдемте к этому таксисту сбегаем тогда сразу же. Эй, энергия закончилась, блин. Так, нам нужно что-то, ребята, разбирать с вами. И это у нас будет... Давай вот это вот разберем. И вот это. Вот так, я думаю, что этого хватит нам. А, где он тут у нас, таксист? Давай с ним поговорим. Вы видите, что Джулс и Джеймис готовятся к отлету. Джеймис замечает вас и подходит пожать вам руку. «Привет, Джулс сказала, что вы очень ее выручили. Я ужасно благодарен вам, что мне не пришлось торчать тут и дальше. Приятно было вам помочь. Мне обещали вознаграждение. Оно ждет вас на станции. Если вам нужно будет куда-то добраться, просто свяжитесь со мной. Мы отправляемся. Удачи вам во всех начинаниях. Спасибо, до свидания». Ну что же, хоть какая-то, ребята, выгода. У нас кончается энергия, да я знаю. Знаю, поэтому я и хочу лететь на станцию. Ну-ка, продадим весь хлам. И зарядим щиты себе, да, аккумуляторы. Что, давайте, наверное, маленечко... Ага, слишком дорого стоит, не хочу тратить. Ух ты, это что такое? Прицельный выстрел. Уровень 5, точное стрелковое оружие. Вот это вот надо купить обязательно, ребят, наверное, да? Штурмовое стрелковое. Так, урон 11, здесь у нас урон. Здесь нету, тут 37% к критическому урону. А здесь 11 к урону плюс 42% шанса огня. И постепенный урон. Огонь на подавление, прицельный выстрел, одиночный выстрел. Я думаю, что купи... Блин, 812 стоит, нифига. А сколько вот эта вот пукалка стоит? Я думаю, что есть резон брать, ребята. Так, где у меня мои ребята? Сейчас я им буду выставлять именно вот эту вот пушку. Так, где она? Где пушка? Оружие. Так, вот она, да? Штурмовое стрелковое оружие. Кто у меня им... Ты сможешь? Сможет. Круто. Так, и модули. Давайте посмотрим модификации. Так, легкое стрелковое оружие. Опять же, легкое. Ну, по идее... Ага, не подходит сюда, ребят. Вот тебе раз. Так, тут третий уровень. Тут четвертый и четвертый. Хорошо. Говорили. Сюда ничего... А, нет, смотрите, могу. Стреляет дополнительным снарядом, 18% урона. И тут дальше пошла ахинея. Ставим, короче. Так, следующий у нас тут вот этот будет. Что-нибудь есть такое новенькое? Пока ничего хорошего я не вижу. Уровень 2. У нас здесь есть уровень 3. Вытянуть карту. Все с картами связано, а? Так, и остался хан. «26 к урону, если у цели осталось, понятно, 75 здоровья». Нет, не будем. Не стоит он того, чтобы менять. Ну, в принципе, вот так вот и, наверное, оставим. Так, ну что же. Давайте зайдем сюда, я не знаю. Поговори с ним. «Здравствуйте, искатель, как продвигаются поиски?» «Мы вернулись с реликта Амонцет, вот данные». Отличная работа, искатели. Чем больше данных вы находите, тем ближе мы к обнаружению расположения ковчега. Что-то еще? Есть какие-нибудь новости насчет технических данных? Пока ничего, раздобудьте больше данных, и работа сдвинется с места. Понятно. Значит, не хочет он нам расширять пока поиск.
Ладно, ребята, у нас еще с вами остался что? Теркита и Виафан. На Виафане пока жестко для нас. Давайте посмотрим, что у нас на Терките творится. Так, это я понял. Открываем КПК и смотрим. И мы в какой-то заднице, ребята, с вами. Что это такое? Пробоина в корпусе. Хорошо, сделаем для начала сканирование. И выдвигаемся вот сюда. Так, убираем обломки. Обыскиваем. И ничего хорошего здесь нам не дается. Так, все обыскиваем. Блин, что за хлам, а? Блин, столько энергии тратится. На что? Не на что, ребят, на ерунду какую-то. Так, ну, здесь-то хоть что-нибудь будет нормальное, путевое. Так, окаменелости пришельцы, ладно, они хотя бы хоть что-то стоят. И давайте-ка вот сюда с вами сходим. Капюшон. Я ослеплю ее материальную сущность и расщеплю на миллиарды квартов. Я выброшу ее останки в космическую бездну и оскверню ее память. Сфинкс видел, я убью ее. Капюшон призван для того, чтобы затупить нож. Вы слышали, как я говорю о насилии? Что вам нужно? Вы наемник? Да, я убиваю, но только ради духовной чистоты. Я здесь для того, чтобы убить нечестивицу. Нож, сфинкс предвидел это. Меня послали, чтобы я отомстил за все мерзости, совершенные ею. Вы поможете мне, если лишите нож жизни и принесете мне ее отличительный знак. Возьметесь ли вы за это дело? Что еще вы можете рассказать про этот нож? Я не хочу убивать невинных людей. Она не невинная, она нарушила священный закон. Я отказываюсь говорить о ее нечестивых деяниях, в моем сердце еще не зажили раны, которые нанесла нож. Вы поможете мне исцелиться? Я даже не знаю, блин. Может, он псих какой-нибудь, почему я должен на него работать? Ну давай, ладно, хорошо. Отлично, порвите ее душу в клочья. Ну, если она окажется нормальная, то я тебе придется, наверное, тебе душу порвать в клочья. Говнарь ты этакий. Так, забираем. Так, надо, наверное, ребят, сохраниться. Давно мы этого не делали. Мало ли там, что сейчас будет. Так, погнали. Так, сделаем на... Опа, древнее око. Что же видит мое большое око? А видит оно постороннюю органику. А мое око видит, что... Оу, что у вас тут слишком до хрена. Так, нечестный прием, да? Поехали. Как всегда, на высоте. Ох, сейчас каждый тут сходит, блин. А их тут раз, два, три, четыре, пять. Пятеро этих уродов. Хреновенько, ребята. Осечка. Мне бы, знаете что, массовое проклятие сейчас. Вот это было бы хорошо. Так, древнее око опять бомбит. Ну все, все, хорош, постреляли и будет на этом. Так, устанавливаем ловушку. Давай вот так вот временное укрытие поставим. И у нас рык, и здесь рык. Шипастый летающий босс с 20 единицами здоровья. Пока не будем это делать, давай вот это вот. Ага. Так, вирус. Что мы можем с собой сделать? Бомбим. На сколько? На 10 урона всего лишь, да? А если вот так вот? 8 урона. Блин. Тогда лучше 10. Даже 12 сделали. Хорошо. И погнали. Что у них вообще тут стоит? Страх. Мощный луч. Так, у этого что? Тоже страх? Ой, пробил. Черт, у меня кончилась, ребята, броня. У вируса нет брони. Это плохо. Так, боксер. Дымовая ловушка и... Давай попробуем вот это сделать. Хан. Ну, опять придется тогда делать рык этот. Так, у боксера пока есть щиты. Давай дымовую ловушку поставим.
Ну, что они тут сейчас будут делать? А, подожди-ка, у нас вирус еще ходит. Вирус, у тебя нет щитов. Давай восстановим 50% от максимума. Значит, всего 28 у тебя щитов, да? Так, очканул. Очканул. Дымовуха сработала. Похищение щитов мимо, да? Отлично. Удар головой. Пробил все-таки, да? Потрясение сделал. Ну, вот здесь вы промазали. Так, древнее око. Страх. Вот, массовое проклятие. Вот это вот вообще шикарно. Ух, не повезло им. Ну а нам, ребята, по-моему, пора разбирать их потихоньку. А ну-ка. Блин, хреново. Оглушили. Ну что, давайте друг друга лучше поубивайте, чтобы мне меньше было тут проблем. Нет, смотри-ка, все равно все на меня прыгают, а? Растерян. Во! Блин, ну, промазал. Хорошо, лучше пускай они, ребята, будут промахиваться или друг с другом драться, чем со мной. Быдло-бот. Помоги мне растерзать их. Гнусное оскорбление. 125 урона. Ах ты, блин. Вот почему, ребята, я и не хотел дымовую использовать. Ой, по моему быдло-боду бомбят. А он с провокацией, да, ребята? Ай-яй-яй. Блин, уничтожили, а? Моего ботика маленького. Блин, все, ребята. Надо с этим что-то делать. Обездвиживает цель. Так, теперь добьем нафиг этого охламона, достал он на самом деле уже. Нет, не получилось, к сожалению. А если мы вот так вот сделаем? 9 урона, на, паразит. Одни меньше. И еще 11 урона, да, наносим. Да, мощным ударом. Похищает щиты, гад. Ай-яй-яй-яй-яй, где мое проклятие, которое я так люблю вешать на этих уродов? Да ты задолбал уже щиты-то, все щиты бы меня похитил. Давай вот так вот сделаем, тоже обездвижим. И будем уже... Так, агрессивный взмах. О-оу. Пробуем. Ох, хорошо как. Хорошо получилось, очень даже замечательно. Блин. Дает очередь. Ну ладно, давай попробуем пробить. 11 хп осталось. Черт, 15. Ё-моё, так, вирус, ты у меня там чувствуешь себя как-то не особо хорошо. Блин, держитесь, ребята. Я сейчас... Так, уклоняй, я попытаюсь что-то сделать. Так, восстановим щиты. 50% от максимума. Тридцатка. Так, привлечение огня. Вот так. Блин, надо было быдло-бота вызвать. Ё-моё. Так, добьем. Добьем. Все. Еще одним око стало меньше. Так, подожди, может быть, я это зря сделал? Сейчас они мне тут шлепнут моего танка. Довеселимся. Блин. Тихо, 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 не надо буянить. На себя или союзника? Давай на союзника. 24, хорошо. Так, хан, вызывай быдло-бота. Быдло-бот что-то делает оскорбление. Так, интересно, сколько нам нужно? Попробуем, ребята. Есть, попали. 11 здоровья остается. Они отвлекаются, естественно, на быдло-бота, потому что он провокацию взял. Причем это автоматически он делает. Ах ты, смотри, это почему-то игнорировал, а? Так, ну что? У нас здесь такое провокация. И сопротивляемся урону.
отключим щиты вот этому говнюку. Так, боксер, давай. И еще, мы сможем еще вызвать быдлобота, нет? Нет, одного только можно, ребят. Хорошо, тогда давай вот этого добьем. Ё-моё, тридцатку просто снесли с него. Быдлобот, давай, бомби. Неужели? На 4, отлично. Маленький, но тем не менее коварный чувачок. Пинц, 9. Ну что, Ока? Все жарят моего хана, а? Тихо ты там, держись. Оу. Так, вирус, надо что-то будет с тобой делать. У тебя очень мало здоровья там осталось. Так, сделаем укрепление щитов. Слушай, я не знаю, мне надо как-то вируса спасти. Привлечение огня, молодец, умница. Быдлобот хоть что-то делает. У тебя есть? Нету ни хрена. Ладно, попробуем нанести урон. 6, это херня получается полная. Вот так вот попробуем. Есть, добили. Так, древнее око должно атаковать, да. Отлично, быдлобот, как говорится, пожертвовал собой. На себя. Давай вот так укрепим щиты. И боксер, блин, неужели у нас нету такого чего-нибудь хорошего, ребят? Быдлобот, ну давай. Какого... Быдлобот, ты что, припух, что ли? На меня попер, а? На хозяина, блин. Ага, отлично. Акустический удар. Потрясение. Ока, что там делаешь? Блин, все бомбит моего, а? Быдлобота. Поток оскорблений. Ха-ха. Ну, то бишь, мы инициативу взяли на себя. Привлечение огня. Быдлобот не отстает от меня. Оу, все, ребята. Повесили осечку, повесили. Тихо, тихо, все равно что-то как-то выеживается, а? Что это такое у нас? Так, вот это вот надо. Массовое очищение. Хе-хе. Разрушительный удар. Тресь. 20 снесли. Так, сколько? 21 здоровье у него осталось. 18. И пытаемся. Минус 13. Вообще 4. Древнее око. Так, тихо, тихо. Стой на месте. Массовое очищение. Оглушающий удар, ребят. Это будет финал. Бэйн! Еще и оглушение. Но оно не пригодилось. Так, забираем здесь все. Блин, мне придется, ребят, наверное, лететь обратно на станцию, блин, потому что у меня очень мало энергии. Да, с этим око пока повоюешь. Офигеть, сколько времени уйдет. Так, нам нужно с вами пополнить резервы. Продать, естественно, всякий хлам. На 1181, нифига себе мы набрали. Круто. Ну что, дорогие друзья, давайте мы, наверное, с вами на этом сдать, смотрите-ка. Амонцет, ага, еще 1156 кредитов мы получим. Йоу. Круто, ребят. У меня 2383 кредита. Такого не было еще ни разу. Поэтому я сразу иду к деду. Дед, давай ко мне что-нибудь. Вот, вот это я хочу. Мне нужно еще энергии. Так, а здесь сколько? 1200. Все, полностью я выучил у него. Так, ну что, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим проходить эту игру. А на этом все. Всем пока и удачи. До новых встреч. Давай бухти мне, как космические корабли бороздят Большой театр. А я посплю.